насколько все расположено, вплоть до мечети, расположено все в шаговой доступности. Для нас это показатель, потому что этим детям потом захочется, если не остаться в родном селе, то помогать родному селу. А это очень важно для каждого из нас. Вот это модель, вот альтернатива домашнего обучения детей. И религиозное обучение получили, и халяльное питание. Мы думаем, что когда-нибудь вот именно Бурбаш, именно Балтасинский район Бурбаш будет известен тем, что здесь выйдут отсюда люди, которые будущие наши ученые. Это будущие наши марджани, будущие Елизавета Фахридина и другие вот те, которые ученые выйдут именно вот с этого пациента. Почему? Потому что здесь создана сеть для этого условия.